В городском округе Люберцы стартовал чемпионат Московской области по футболу. В течение всего летнего периода сильнейшие команды Подмосковья будут демонстрировать результаты своих усердных тренировок и бороться за призовые места. На торжественном открытии чемпионата и первом матче работала Луиза Егиазарян. Юные спортсмены городского округа сопровождают на поле своих старших товарищей, игроков футбольного клуба «Люберцы». Сегодня они открывают серию игр среди мужских команд и совместно с футболистами из Лыткарино принимают старт ежегодного первенства. Сами соревнования обещают в этом году быть очень интересными. Очень большое количество команд принимает участие от округа. Это большая работа, которая проводилась и комитетом по спорту нашего округа, и федерацией футбола. Вот. Ну и, соответственно, сегодняшний матч передаст эстафету, в том числе и областным соревнованиям среди детско-юношеских команд. ФК «Люберцы» – это главная команда города. В ней в основном воспитанники люберецкого футбола, но также есть и приглашенные ребята, которые должны передавать свой опыт более молодому поколению. И поэтому все сделано и тренерским штабом, и руководящим штабом для того, чтобы этот был здоровый баланс, чтобы опыт передавался молодости. А молодость всегда стремилась к лучшему. На футбольном поле принципиальные соперники. В прошлом году лыткаринцы стали победителями чемпионата Московской области, а в составе люберецкой команды сильнейшие спортсмены округа. И уже с первых минут между командами началась напряженная борьба. У нас были предсезонные сборы. Сначала мы приняли участие в люберецком кубке по мини-футболу. Затем перешли на поле. Хотели бы начать этот сезон так же, как и прошлый, и закончить этот сезон так же, как начали прошлый. Первый матч закончился со счетом 6-1 в пользу футбольного клуба «Лыткарино». Всего в Лиге А примут участие 16 команд со всего Подмосковья. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.